Здравствуйте, с вами магазин спортивного питания Monster Pump и Коляскин Кирилл и Алексей Кошелев. Сегодня мы расскажем о таком виде спортивного питания, как изотоник. Так как они у нас закончились, мы вам покажем, как сделать изотоник в домашних условиях. Значит, секрет его прост. Берете минеральные капсулы, сгущенку или сахар, водичку миллилитров 300. Значит, пьете капсулку, запиваете ее глоточком водички, может парочкой. Значит, в остальную воду добавляете сахар или сгущенку по вкусу, не меньше 30 грамм. И идете на тренировку. Потому что, по сути, изотоник, да, он в составе своем содержит минералы, которые в качестве электролитов, да, используются в нем, и углеводы быстрые. Ну, в частности, сахар, само собой. Ну, конечно, мы пошутили, все это прилипло. Да. Пример такой вот грубый, но... По сути, это и есть состав, настоящий состав именно вот изотоников. Да. Именно разных марок, так, да, и выглядит, да, изотоник. Независимо от того, он идет жидкий, значит, в бутылочке, да, как кока-колка, либо идет в порошке, вы его разводите, состав у него аналогичен, минералы и, значит, углеводы. Вот и все. Он нужен для того, чтобы в течение тренировки вас подпитывать энергией, да, вреда не несет никакого, то есть только польза. Вот. Незначительное восстановление минералов, опять же, при потере с потом во время тренировки. Конечно. Для тех, у кого сводят там мышцы, да, тоже хорошая штука, опять потому же, что там содержится магний. Да, ну, магний помогает. Не сильно, конечно, великая добавка, но имеет место быть, она есть. Результативность ее не так высока, да, потому многие любят, применяют очень даже и очень нравится. Это вот такая штука, которую вот можно попить тренировку, и чтобы было еще и полезно. То есть вот такой напиток. Да, не, не для тех, кто соблюдает диету, ни в коем случае. Следит за своей фигурой. Да. Так как сахар там все-таки есть. Конечно. Его немало, поэтому знайте, имейте в виду. Для тех, кто хочет подсушиться, похудеть, да, избегайте. Да, не подойдет. Да, вам не подходит. Потому что углеводы, опять же, вам будут вредить. Сгущенка. Лучше сжигать свои накопленные, запасенные. Вот. Значит, что еще? Значит, пьют его, дозировка какая там, грамм 30 углеводов, да, опять же, минералов там сколько идет в пропорции, но обычно небольшое количество. Ну, чаще всего это в порошке смешивается с водичкой во время тренировки и попивается из бутылочки и шейкера. Одну-две порции. Есть варианты, да, уже в жидком виде разбавленные, да, там. Готовые уже напитки. Тоже удобно, раз выпил. Да, это домашний вариант. Это вот наш. Фирменный. Наш домашний вариант фирменный, да. Порционно предлагаю приходить, угостим. Пробники есть. Всегда рады. Да. Ну, как-то так. С вами был магазин Monster Pump, Алексей Кошелев. Коляскин Кирилл. Спортивное питание много не бывает.